Всем привет, друзья! С вами канал «Суперотпуск на даче». И мы начинаем свой блог. Я даже не знаю, как у нас получится его снять. Дело в том, что сегодня, друзья, 31 марта. И у нас еще лежит снег. Он с каждым днем все уменьшается и уменьшается. Снежный покров становится все меньше и меньше. И я даже не знаю, что будет к концу видео. Будет снег лежать, либо он еще растает. Но вот с вами посмотрим. Мы потихонечку с Пашей продолжаем наводить чистоту, не все сразу, все потихоньку, так как за зиму собирается очень много бардака, особенно когда с вами вместе на вашем участке живут еще и животные, коты, собака. Что-то, кстати, коты у нас сегодня на солнце не греются. Ну и, друзья, давайте пройдемся по саду. Приглашаю вас посмотреть, как перезимовали мои растения. И в этом видео я хочу уделить внимание трем основным моментам. Первое. Я, друзья, расскажу вам про лаванду. Дело в том, что очень много вопросов про лаванду, и многие начинающие садоводы, боятся вот такого вида лаванды после зимы, думают, что лаванда замерзла, или сгорела, или вымокла, много чего думают, и думают, что она безжизненная. Но, друзья, это совсем не так, это совершенно нормальный выход лаванды из зимовки, и в этом видео я вам расскажу первое, друзья, про лаванду, в общих чертах покажу, как перезимовали мои кусты, также заглянем с вами под укрытие с розами, потому что кто-то мне уже даже задает вопросы. Светлана, уже открывать пора. Ну, смотрите, друзья, я еще не открывала. И когда я их буду открывать, вот я и расскажу вам в это видео. Заглянем, кстати, посмотрим, как они перезимовали. Ну и расскажу, знаете, еще о чем. Покажу вам, как перезимовали мои маленькие черенки лаванды, которые, ну, я выращивала в том году ее из семян. И вот она мне зимовала первую зиму. Заглянем по то укрытие и, может быть, еще немножечко так пройдусь по гортензиям. Поэтому, если вам все это интересно, вы начинающий садовод или не начинающий, но просто хотите посмотреть наше видео, оставайтесь с нами на канале, будет интересно. Что ж, друзья, как и обещала, начинаю с лаванды. По ней сейчас очень много вопросов. И вот, как вы видите, здесь со мной рядом два куста лаванды. Вот немножко еще подальше и третий есть. Ну, лаванды у меня много. И вся она выращена, друзья, мной из семян. Это своя лаванда. Ну, какая-то семян, какая-то зачеренкованная. Непосредственно вот эти кусты я вырастила из семян. И вот они мне уже, ну, мне кажется, три зимы-то перезимовали. И многие начинающие садоводы, друзья, сейчас очень боятся вот такого вида лаванды. Они думают, ну, все, лаванда моя зиму не пережила. Что это такое? Какие-то безжизненные у нее тут листочки. Все это куда-то крошится, падает. Вот на эти одревесневевшие побеги думают, что они вымерзли. На самом деле, друзья, это не так. Просто лаванда – это у нас полукустарник. И ее нижняя часть побегов, она всегда древесневеет, да, ну, как правильно сказать, становится вот такой одревесневшей. И вот такой выход лаванды из зимовки, это совершенно нормально. Лаванда обязательно у вас начнет обрастать новыми листочками и придет в себя. Но вот какую ошибку делают очень многие садоводы сейчас с лавандой? Они начинают обрезать. Вот, друзья, если ваш сад находится в климате средней полосы России, запомните, что всю обрезку лаванды мы делаем только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Раньше этого срока, то есть сейчас в марте, в апреле, обрезку лаванды делать нельзя. Почему? Объясняю. После обрезки, особенно если стоит такая сейчас вот теплая погода, сегодня очень тепло, наверное, ну, мне кажется, 10 градусов есть, а может и побольше. И вот при такой теплой погоде после обрезки у лаванды начинают, естественно, просыпаться почки, из которых начинают расти побеги. И вот эти неокрепшие побеги или неокрепшие почки, которые у вас только-только проснутся, возвратные заморозки всегда убивают, тем самым ослабляя куст лаванды. Поэтому всю обрезку лаванды, друзья, в северных широтах, в климате средней полосы России, даже если это лаванда ускалистая, английская, как моя, то есть зимостойкий сорт, мы все равно производим только после того, как пройдут все возвратные заморозки.
То есть в нашем климате, ну вот в Подмосковье, это не раньше середины мая. Ну хотя бы числа 10 мая еще куда ни шло. Но сейчас делать рано. И поэтому, если вам даже очень сильно хочется сейчас навести порядок в этом кустике лаванды, что-то у нее обрезать, не делайте этого, друзья. Ну, если только, знаете, можно обрезать какой-то поломавшийся побег. Ну, потому что он уже сломался, и обрезать его можно. А в принципе, друзья, обрезку лаванды делать еще рано. Еще несколько кустов моей лаванды, которые вот еще даже до конца не вышли из-под снега. Конечно, друзья, лаванду надо отправлять на зимовку лучше в связанном виде, для того, чтобы ее не разваливал снег. Но у меня не всегда получается связать все эти кусты, не хватает времени. Ну и вот она зимует, как зимует. Ну, кстати говоря, я не вижу здесь ни одного поломавшегося побега, сломавшегося. И, друзья, если какие-то побеги вот под снегом, то не надо их сейчас как-то доставать, да, вот насильно. Снег стает, и побеги ваши поднимутся. Вот, смотрите, побег под снегом. Вот ни в коем случае его не надо вырывать из этого снега и раскапывать. Снег стает, друзья, и побег выпрямится. И, друзья, вот возвращаясь к обрезке лаванды, да, в тот момент, когда придет пора ее обрезать. Во-первых, зачем мы обрезаем лаванду? Для того, чтобы куст был красивый. Дело в том, что если лаванду не обрезать, то вот эти вот побеги, они полностью одревеснеют до самых-самых кончиков. А так как лаванда у нас растение, которое у нас цветет только на текущих приростах, то если не обрезать, текущих приростов будет все меньше и меньше, цветение будет все скуднее и скуднее. И со временем лаванда ваша вообще либо перестанет цвести, ну либо будет цвести скудно, и куст будет некрасивый, превратится в нечто такое непонятное. Поэтому лаванду, конечно же, надо обрезать. И обрезать, друзья, ее надо вот по верхушкам, не по одревесневшим частям. Давайте покажу на всякий случай. Еще рано это делать, но чтобы вы понимали. То есть, когда мы будем обрезать лаванду, вот этот вот побег одревесневший мы ни в коем случае не режем. Мы режем вот тут. Мы режем вот здесь, вот эти верхушечки. Вот так еще подрежем, чтобы она была пушистей. Можно обрезать по одревесневшей части только в том случае, если есть здесь вот побег или почка. То есть вот здесь сверху обрезать можно, снизу нежелательно. Если вы находитесь в климате средней полосы России, то просто ваша лаванда может просто не оклематься после такой обрезки. На юге там и короче обрезают. Но, друзья, наш сад не на юге. И все мои советы, конечно, они актуальны для более северных садов. У меня вот свежие посадки гейхера, которые я высаживала в прошлом году в середине октября. И я ведь ее делила в середине октября. И многие мне писали тогда: Светлана, что же вы делаете? Гейхер, она настолько сложное растение, и так не у всех зимует. Вы еще и делите ее, и сажаете, как вы не боитесь, она же вас не перезимует. Но, друзья, перезимовала прекрасно. Почему так произошло? Потому что сверху я ее окучила большим количеством сухих листьев. Ну, в тот момент они были сухие, когда я ее окучивала. И под листиком, друзья, нашей лаванде было совершенно не холодно. Давайте посмотрим. Вот ее все больше и больше. Она прям появляется. Вот видите? Вот вся живая. Вся живая, друзья. Вот я уже ее тут все осмотрела. Надо, конечно, эту листву сейчас пошевелить. Можно, кстати, ее оставить, эту листву, в качестве мульчирующего такого слоя. Можно ее убрать. Здесь как хотите. Вот, и я смотрю, что все-все-все кусты, вот даже самый маленький, уже с маленьким листочком. И вот многие друзья удивлялись, как так, не перезимуют, как так, нельзя так поздно делить. Многие, дело в том, что осенью вообще начинающие садоводы боятся что-либо сажать. А я не только сажала в середине октября, но еще и кусты поделила. И вот хотите верьте, хотите не верьте. Ну, вы видите, что она у меня вся жива. Я даже не знаю, мне кажется, здесь ни одного выпада нет. Вот, посмотрите. Вот, все кустики полностью живые. И все это, друзья, сделала листва. Так, ну что, открываем черенки.
Это черенки, вернее, молодые растения лаванды, которые были мной выращены в прошлом году, друзья, из семян. На самом деле, у меня так много, друзья, уже в саду всего, что я бы уже ничего не выращивала. Но все дело в том, что я блогер, и мне каждый раз люди спрашивают, да, старые видео смотреть не хотят искать. И вот мне приходится все что-то сеять и черенковать, хотя мне это давно уже не надо. И вот, друзья, они у меня зимовали вот так. Вот кустики, отлично перезимовавшие. Я просто в первую зиму вот эти молодые растения, выращенные из семян или из черенков, я их, друзья, всегда высаживаю вот на рассадную грядку. То есть на постоянное место сразу не сажаю. Вот есть такая рассадная грядочка. Высаживаю, ну, где-то в начале июня, в конце мая, когда уже возвратных заморозков нет. И они у меня доращиваются вот так еще год. И в зиму, в первую зиму, я их обычно прикрываю. Как прикрываю, друзья? Ну, вот как вы могли видеть, вот такими высохшими шапками гортензии, и сверху просто прикрыла вот таким деревянным ящиком. То есть никакого спанбонда, ничего такого не было. На самом деле, друзья, лаванда у нас, она нисколько мороза боится. Ну, хотя, конечно, молодые растения немножко боятся, поэтому я их укрываю. Но она очень боится вымокания. Поэтому и сейчас, если ваша лаванда еще прикрыта, посмотрите, возможно, ее уже следует открыть. Или хотя бы проветривать. Ну, если она укрыта вместе с розами, значит, откройте, как будете открывать розы. Но пока, я думаю, розы вы также уже проветриваете. Ну, друзья, это еще не вся лаванда. Часть лаванды у меня вот на этой рассадной грядке. И здесь она у меня зимовала просто под листвой. Сверху никаким ящиком деревянным была не укрыта. И вот, как вы можете видеть, вот зелененькая, живенькая вышла из зимовки. У меня тут тоже много кустов. Вот, друзья, видите? Вот она тут везде у меня. Вот. Без всяких ящиков. Вот это, кстати говоря, у меня голубая ель, которую я не знаю, будет она голубой или нет, пока сложно сказать. Эту ель, друзья, я выращивала из семян. У них тут много. Вот сеянцев. Вот вторую зиму уже перезимовали. Многие спрашивают, где ваши елочки. Вот здесь, друзья, все под листьями. Это сосна. Это сосна. Это от своей сосны семечко взяла. Не знаю, зачем она мне нужна, но вот такие эксперименты провожу. Все пока показать вам не могу, друзья, так как еще снег. Еще снег, видите, лежит. Ну, вот все здесь. Все здесь, вот еще одна елочка голубая. Вот под этими листьями. Еще одно укрытие у меня здесь, еще одна рассадная грядка. Сюда, друзья, я высаживала мои молодые азалии, которые также в прошлом году я выращивала из семян. Азалии и рододендроны. Я хотела открыть сейчас, чтобы посмотреть. Мне самой интересно, но, друзья, не могу. С одной стороны чуть приподнимается вот укрытие, а с другой еще все завалено снегом. Там точно так же. Все под листьями. И, ну, здесь вот такой слой из панбонда. Азалии японские достаточно зимостойкие. Но в первый год я также их вот прикрыла, тоже выращенные из семян. Вообще, друзья, если вас интересует, например, вот лаванда, да, лаванда многих интересует. Во-первых, смотрите много видео на моем канале, у меня целый плейлист, в том числе по обрезке, по весенней обрезке, самый важный. По весеннему уходу есть видео отдельно. Ну или, друзья, если вдруг у вас нет времени смотреть множество видео, можете перейти на мой сайт superotpusknadachi.ru и вот посмотреть вот такой сборник по выращиванию лаванды. Все от А до Я, можно сказать. От посевов, от черенкования до выращивания и, конечно же, до обрезки. Что делать после цветения, как подкармливать лаванду. Ну, кстати, ее можно не подкармливать. Вот говорю сразу, это растение, которое у нас любит битные почвы. Но, тем не менее, вся информация в одном месте. Друзья, ссылка будет в первом закрепленном комментарии. Идемте дальше. Ну и следующие на очереди у нас розы, как и обещала. И начну я, пожалуй, с молодого саженца, который также высаживала в прошлом году осенью. Ну, по-моему, это был сентябрь. Саженец этот пришел у меня от питомника Макси Роуз. Роза это Пьер Дрансар. Я очень давно мечтала иметь ее в своем саду. И сейчас, друзья, открою и посмотрю, как перезимовал саженец. Дело в том, что молодые саженцы роз надо тоже, друзья, ну, немножко знать, как правильно укрывать и отправлять на зимовку. Вот обратите внимание, вот такой пакет сверху был. И с боков у меня это просто ящик. То есть здесь вот у меня я оставила вот такие продухи. Вот, давайте посмотрим. Друзья, открываю впервые. Конечно, боюсь, вдруг он не перезимовал. Но такого быть не должно. Так, ну вот смотрите. Вот смотрите. И здесь у меня саженец был засыпан землей.
Вообще молодые саженцы можно просто засыпать землей, и этого вполне достаточно. Они хорошо перезимуют. Вверх, там, где не было земли, видите, друзья, обмерз. Но снизу есть вот такая зеленая часть. Ну, обычно саженцы молодые, друзья, они всегда так зимуют. Все, что под снегом, то зимует. Вот эта часть, она обычно обмерзает. И сейчас мы можем уже срезать до зеленой ткани наш вот этот саженец. И я вам сейчас объясню, даже не потому, что он обмерз, а вообще, друзья, это надо так сделать. И сейчас я сделаю, объясню, зачем и почему. Так, Марта, отойди, не мешай мне, красотка моя. Смотрите, друзья, зачем обрезать? Ну, во-первых, здесь нам надо обрезать то, что замерзло. Ну, и мы просто вот до живой ткани, собственно, это и делаем. Вот так же здесь. Это первый момент, да, обрезаем то, что замерзло. А саженцы, высаженные осенью, вот в таком виде, да, вот я получала с открытой корневой системой, ну, даже не только с открытой, они все равно его смогут подмерзнуть, вот эти все верхние побеги. И это совершенно нормально, пугаться не надо. Поэтому и надо засыпать землей, друзья, основание, чтобы вот это основание не вымерзло. И дальше сейчас здесь начнут просыпаться спящие почки. Причем роза даст очень сильные почки. И вот эти побеги, которые вырастут из новых почек, они у нас будут очень сильные. Поэтому, друзья, вот после первой зимовки все розы желательно обрезать пониже. Ну, обычно все равно они обмерзают, поэтому до живой ткани режьте и не переживайте. А зато вот именно из проснувшихся почек вот такой молодой розочки у вас, друзья, вырастут очень сильные побеги в дальнейшем. Это следует делать, кстати, даже для плетистых роз. Если что-то обмерзло, режьте без сожаления. Почки будут сильнее, лучше, и роза будет в дальнейшем очень сильная. Я чуть-чуть ее прикрою, потому что у меня здесь Марта, и вот так поставлю ящик. Вот котов, собак, конечно, пока они недостаточно воспитаны, особенно Марта, это теперь полтора года с ним учится, друзья. Через полтора года она перестанет безобразничать. Буян был, уже знаем, но пока приходится вот так это все сдерживать. Так, ну и открываю уже на проветривание, уже можно проветривать розы. Открывать, кстати, полностью еще рано. Пойдемте объясню, почему, и посмотрим некоторые другие мои розы. Шла к большим розам, но не могла не остановиться. Еще у одной, тоже молодая роза, тоже Пьер де Рансар, без, как вы можете видеть, без всякого ящика. Ничего на ней не было. Просто была засыпана вот таким слоем земли. И сейчас мы посмотрим, как перезимовала она. Но вообще, в этом году у роз очень непростая у нас зимовка. Вот, друзья, видите, еще лед. Вот еще их открывать полностью рано. Вот, смотрите, тоже есть зеленая часть, вот, которая под землей. Вот она. Но раскапывать полностью не буду, так как не могу, видите, прям лед. Поэтому вот там зеленая часть, она также есть. И вот точно так же будут обрезаны. То есть тоже саженец перезимовал. Многие начинающие садоводы сейчас вообще придут в ужас. Скажут, что там все черное? Нет, друзья, именно так первую зиму и зимуют, как я уже сказала, молодые саженцы. Также многие сходят с ума от того, что сейчас у гортензии кора отходит. Но об этом я тоже попозже расскажу. А пойдемте пока все-таки к большим розам перейдем. Ой, грязь страшная. Сейчас, конечно, в саду что-либо делать еще рано, но с розами заниматься, конечно, необходимо. Необходимо их, вот, друзья, сейчас проветрить. Причем проветривайте, открывая на восточную, либо на северную сторону, вот так вот, либо просто с торцов. Ни в коем случае не открывайте с южной стороны. Вот у нас оттуда запад, там юг. Я, видите, оттуда не открываю, то есть с северной стороны. Почему? Потому что розы, долгое время находившись под укрытием всю зиму, сейчас получат просто солнечный ожог. Но в лучшем случае это будет загар розы, который не страшен. В худшем случае будет ожог. Вот, ну давайте посмотрим. Это розы у нас... Маншон и Картен. Очень красивая, друзья. Это одна из любимейших мной роз. Очень красивая. Ну, давайте посмотрим. Я за нее, кстати, переживала. Думала, как же она перезимует. Так, ну кончики, смотрю, обмерзли. Вот здесь есть такие почерневшие части у побегов. Ну, я смотрю, что это самые кончики, потому что вот здесь ткань дальше идет зеленая, а здесь вот даже уже где-то почечки начинают просыпаться. Так что, в принципе, все нормально, относительно, конечно. Ну, друзья, в нашем климате розы так или иначе все равно как-то обмерзают. И опять же, когда полностью открою я розы, я все это обрежу. Но в целом, видите, в принципе, вот побеги, они практически все зеленые.
там конечки только вот у нас обмерзли в самом конце. Вот. Может быть, не вызревшие побеги были, а вот здесь, видите, все нормально. И даже уже почки просыпаются. То есть все в порядке с этой розочкой. Вот здесь вообще все зеленое, прям шикарно. То есть, ну, хорошая зимовка розы. Давайте смотреть дальше, друзья. Плетистая роза Розанна, конечно, не могла мимо нее, друзья, не пройти. Одна из любимейших роз. Многие ее посадили в своем саду. После того, как увидели, как она красиво, шикарно цветет. И, друзья, вот эта роза, она всегда выходит вот с такими и синя какими-то черными побегами. Я когда в первый раз увидела такой выход побегов из зимы, я страшно испугалась. На самом деле, вот если у вас также розанна, вот смотрите, вот побег, вот она всегда вот так выходит. Вы ее не спешите сейчас резать, не спешите. И если у вас вот на этих побегах проснутся почки, именно вот про розанну я говорю, не про другие розы, это у розанны такая особенность, значит, ваши побеги живы. Я когда такое увидела в первый раз, я настолько испугалась, я думала, ну все, роза пропала. Ну, как определить, жив побег или нет? Давайте вот попробуем срезать. Что мы видим? Ну, смотрите, чуть-чуть есть повреждения в побеге, так что, возможно, где-то до более хорошей ткани я обрежу. Но, в принципе, вы видите, что побег, он вроде как и не сухой. Ну, сложно окончательно сказать. Это, конечно, вот тут получше посмотреть. Ну, друзья, вот она у нас всегда вот так выходит. Вот здесь вот, посмотрите, какие побеги. Вот тут вот. Вот я прям вот так пальцем тру, и видите, вот эта вот блестящая ткань появляется. Вот розанна у нас всегда, друзья, вот она вот так вот интересно выходит из зимы. Ну, пока рано судить. По розанне не буду судить. Какие-то побеги, может быть, и не перезимовали, придется обрезать. Но в целом она вот такая у нас интересная роза. И всегда выходит из зимы вот с такими фиолетовыми побегами. Ну, покажу вам чуть позже, когда ее полностью откроем. Еще одна красотка, плетистая роза. У меня очень много плетистых роз. И эта роза, друзья, очень красивая, красная, ну, невероятная красавица. Я не знаю ее сорт, но похожа она на розу фламентанс. Но это не фламентанс, друзья. Я покупала ее как морздак. Мне сейчас возразят, что нет плетистых морздак, и я это знаю, друзья. Ну, значит, это неопознанная незнакомка. Марта, давай покажем розу. И эта роза мне очень нравится. Ну, кстати, она мне всегда неплохо зимует. Вот такие побеги зеленые у нее. Видно, что кое-где есть инфекционный ожог. Вот он, друзья. Это вот когда у вас по стеблю вот такие вот пятна. На самом деле в климате средней полосы России, в Подмосковье, избежать инфекционного ожога невозможно. Если мне сейчас кто-то будет писать, это потому что вы за ними плохо ухаживаете. Нет, друзья, это потому что вы не розовод. Потому что инфекционный ожог, он у нас появляется только потому, что у нас сложные климатические условия, особенно для роз. И розы в той или иной мере поражаются грибковыми заболеваниями. И если роза грибком поражена, а грибок не лечится никогда, его только можно немножко сдерживать и не давать ему, ну, разгуляться, скажем так. Но если роза поражена грибком, она, у нее обязательно будет инфекционный ожог. Под воздействием солнечных лучей просыпаются грибки, это и есть инфекционный ожог, и начинают там в коре активно свою жизнедеятельность. Поэтому все эти места с ожогом мы обязательно обрезаем, не оставляем ни одного такого места на побеге, друзья, ни одного. Потому что, первое, это рассадник нехороших бактерий, ну, грибов, да, и, во-вторых, розы у вас вот выше этого инфекционного побега, хорошие, выше этого инфекционного ожога, хорошие побеги никогда не даст, запомните. Поэтому, если видите инфекционный ожог, вот прямо сейчас можете обрезать. Ну, хотя это не обязательно сейчас делать, но вот обязательно, друзья, до живой ткани не надо жалеть, ни в коем случае не жалейте. Оставите вот выше вот этого ожога, не будет у вас хороших почек никогда. И, соответственно, побегов не будет. Поэтому обрезайте, не жалейте. И это совершенно нормально. У всех роз он у нас в средней полосе есть. Невозможно без него. Если только ваши розы совсем молодые, им там всего год 2-3 от силы. Они еще сохраняют свой природный иммунитет. Потом уже они не сохраняют. Ну, иди ко мне, Мартуша. Иди ко мне. Паша держит Марту. Хорошая собака, хорошая. Ты уже со мной розы показываешь. Ну, нельзя прыгать. Прям как... Ты что такое опять? Прям как буян. Ваша девочка хорошая, да. Так, ну что, друзья, видите, открыто с боков.
полностью открывать еще рано. Когда открываем полностью, друзья, вы знаете, если в вашем саду цветет форзиция, а вдруг у вас сорт не промежуточный, а какой-то яйцевидный, кажется, да? То вот это зимостойкая форзиция, и как только в вашем саду форзиция расцветет, значит, можете полностью открывать розы. Но если вдруг форзиции в вашем саду нету или она не цветет, у меня вот сорт промежуточный, она не зимостойкая, ее цветочные почки вымерзают, то в этом случае мы открываем розы, когда сможем полностью воткнуть в землю лопату на целый штык. Вот когда лопата на штык в землю войдет, значит, розы пора открывать. Раньше этого времени пока нельзя. Ну и, друзья мои, все розы открывать не буду, еще две сейчас посмотрю. Я, кстати, знаю, что они плохо призимовали, именно поэтому хочу вам их показать. Вот, кстати, Mansion Garden сейчас при вас открывала. Ну вот эту я видела вчера, она была приоткрытая. Но еще далеко не все у меня розы открыты, потому что снег, друзья, не дает возможность мне это сделать. И я насильно его, ну, как сказать, не отгребаю, потому что у меня укрытие высокие. Я знаю, что 2-3 лишних дня с розами там ничего плохого не случится. Вот. Поэтому я оставляю, жду, когда стоит снег, и потом уже буду все смотреть. Но могу вам показать еще две розы, зимовка которых меня очень сильно в этом году разочаровала, неприятная, конечно, разочаровала. Я совершенно не ожидала, что они не перезимуют. Смотрим первую. Это тоже плетистая роза. Вот обычно, кстати, плетистые розы, если они из 4-5 зоны, да, если они более-менее так вот приспособлены для зимовки в наших условиях, они зимуют под укрытием. Но, как ни странно, вот совершенно не перезимовала моя роза Розариум Ютерсон. Кстати, хорошо зимующая роза, была под укрытием. Смотрите, совершенно не перезимовала. Я просто в шоке. Вот, я там отгребла, слава богу, у нее есть зеленая часть от прививки. Вот чем полезно присыпать розы землей у прививки всегда. Вот она присыпана. Но сейчас не буду отгребать, друзья, тут есть зеленая часть. И я, конечно, буду обрезать все до зеленой части. Все вот это буду срезать. Кто меня спрашивает, как можно их реанимировать? То, что замерзло и почернело, вот это, уже реанимировать нельзя. Никак. Только срезать. Все. Так что, друзья, здесь реанимации не может быть никакой. А вот то, что останется, можно, конечно, проделать ряд каких-то процедур, пролить сульфатом магния, кто чем проливает. Я бы рекомендовала просто хорошо водой пролить. И, в общем, ну да, подкормить можно тем же сульфатом магния, для того, чтобы роза начала активно давать новые почки побыстрее и побыстрее начала у вас, да, давать новые побеги. Но, в принципе, от зеленой части и так все проснется. Так что вот так, друзья, видите, вот просто странно. Ну, я не знаю почему. Третья зимовка розы, вот третью зимовку очень плохо перенесла. Ну, давайте покажу еще одну. Это, друзья, красавица Анжела. Бесподобная роза, ведь она 4-й климатической зоны. Вы посмотрите, какой ужас. Я это по-другому даже сказать не могу, это просто какой-то кошмар. Ну вся, она вся черная. Я еще не перезимовала, это ужас, мне плакать хочется. Настолько красивая роза. Так, ну что, буду смотреть, что там останется от основания. Но, друзья, сейчас я не буду это делать, потому что с розами заниматься очень сложно. Так, перчатки другие нужны, другая одежда. И в целом это такое, знаете, занятие на весь день, даже не на один, с моим количеством роз. Но если вас интересует вопрос обрезки роз, вот весенние обрезки роз, как обрезать там флорибунды, чайно-гибридные розы, почвопокровные, плетистые, любые. Друзья, на моем канале есть замечательное видео, которое набрало, вот я посмотрела, почти 1 000 000 просмотров на сегодняшний момент, где я все очень подробно и, ну, очень по полочкам разложила и рассказала. Ссылку на это видео также оставлю в первом закрепленном комментарии, обязательно смотрите. Вот, а у меня, я констатирую то, что это полное безобразие. Ну что я тут сейчас не буду резать, но я смотрю, что прививка присыпана землей, и слава богу. Значит, должна быть живая часть в любом случае от прививки. Ну вот, вот зеленая часть есть. Надо только разгребать. Конечно, не будет такого большого куста в этом году. Но что делать, друзья? Может, кстати, обрастет, корневая сильная. Может, и быстро побеги большие нарастит. Ну, давайте последнюю какую-нибудь розу посмотрим и переходим к гортензии. Обещала рассказать еще и про гортензии.
Открываю, друзья, с южной стороны только для того, чтобы показать вам. Как уже говорила, на юг не открывайте. Так, ну у нас тут много роз было укрыто. Паш такое укрытие большое делал, и тут сразу много роз. Ну давайте вот чуть-чуть посмотрим. Ну слушайте, в принципе, зеленые, все в порядке. Все в порядке. Тут, друзья, посажена роза, вот все, забываю название. Напишу вам на экране, какая роза. Вот, и посмотрите, да, очень красивая роза. Вот я смотрю, нормально перезимовали. Заглядываю вовнутрь, друзья, все живые. Прям даже вот эти вот хорошо живые. Вот, видите, прям почки уже. Уже почки. Вот, кстати, друзья, по поводу обработок роз, если есть почки, сейчас вам расскажу. Если уже на розах есть почки, обрабатывать 3% бордоской жидкостью уже их нельзя, потому что эта бордоская жидкость сожжет вам все почки. Почему я говорю о бордоской жидкости именно 3%? Потому что именно ей лучше всего делать самую первую обработку. Лучше всего бордоская 3% жидкость справляется со всеми вот этими грибковыми заболеваниями у роз, которые грибки эти, конечно же, зимуют, и вот бордоская жидкость их хорошо убивает. Но только в том случае, если нет почек. Вот если почек вдруг нету, еще можете обработать. Как развести 3% бордоскую смесь, друзья, я вам рассказывала в одном из своих видео. Но вкратце я вам скажу, что, вот как правило, когда вы пачку бордоской смеси покупаете, на оборотной стороне написано, что она для того, чтобы ее развести на 10 литров. И она получается 1%. Там так и написано. Вот чтобы сделать 3%, просто на 10 литров берете 3 пачки и разводите также по инструкции. Вот и все. Получается 3% бордоская смесь. Либо берете одну пачку на меньшее количество воды, то есть на 3 литра. Тоже получаете 3% бордоскую смесь. Но если почки уже на розах проснулись, то такой ядреной смесью обрабатывать нельзя. Но можно обработать первое 1% бордоской смесью, второе другими препаратами на основе меди, такими как Home, Абигопик. Да, некоторые еще препараты, наверняка вы их знаете, сейчас в голове все не вспомню. Я, друзья, люблю розы обрабатывать. Вот мне в том году фалькон понравился. Фальконом, может быть, обработаю. Ну, чем-то таким. Оксихом есть, да. Препаратов много сейчас для роз. Только единственное, когда препарат будете смотреть, да, вот почитайте, чтобы он работал при не очень высоких температурах. Потому что есть специальные препараты, которые работают при пониженных температурах. Все-таки сейчас, даже если 10-15 градусов, до 15 тепла, это при пониженных температурах. А есть препараты, которые работают от плюс 20-25 хорошо. Вот такими не надо. Надо теми, которые работают при более низких температурах. Так что, друзья, смотрите, подбирайте препараты. Это совершенно несложно сделать. И, в принципе, на самом деле только сильная 3% бордоская жидкость сожгет ваши почки. Ну или там, что еще, медный купорос сильный, либо железный купорос. Но уже поздно. Если почки есть, значит, обрабатывайте чем-то другим. Более такими современными щадящими препаратами. Скор, топаз и прочее, прочее. Ну что ж, друзья, про розы рассказала. И последнее, про гортензии. Потому что вопросы про гортензии есть. Такие, знаете, актуальные на сегодняшний момент. У многих кора отслаивается, люди этого боятся. Давайте расскажу об этом. Так, ну давайте сразу с коры начнем, потому что много вопросов по коре. Вот рядом со мной метельчатая гортензия, я уже ее обрезала в прошлом году осенью. Если осенью мы метельчатые гортензии обрезали, весной мы их больше не обрезаем, никакие срезы обновлять не надо, но только если, может быть, обрезать то, что поломалось. И вот когда гортензия ваша, ну ей, скажем так, не первый год, хотя бывает, конечно, это случается, когда гортензия молодая, иногда после зимы, у нас вот побеги, могут вот так оголяться, да, вот с них вот так слазит кора. Ну, у меня вот это старые такие побеги, видите? И вот так вот кора тут вот, она шелушится. И многие этого страшно боятся и думают, что все, гортензия пропала. Нет, друзья, гортензия ваша не пропала. Что делать? Ничего не делать. Ждать, пока гортензия обрастет новой корой. Она это обязательно сделает, если, конечно, ветка, ну, побег не засох. Если побег живой, а такое случается и на живых побегов, то кора, как правило, зарастает, и никакого вмешательства в это с вашей стороны не требуется. Вот, вот тоже, кстати, вот смотрите побег. Ну, тут уж я совсем старье показывала.
Вот этот не такой старый побег, может быть, ему года 3. И вот здесь у почки тоже вот так отслоилась кора. Ну, посмотрю, друзья. Как только, если здесь, да, выше, не проснутся почки, значит, обрежу. Ну, в принципе, ну, ничего страшного. Особенно переживать из-за этого не стоит. Очень сильно слазит кора, друзья, обычно. У гортензии древовидной. И там пугаться этого совсем не стоит. Пойдемте покажу. Древовидная гортензия. Посмотрите, как здесь сходит кора. Здесь, если вы приглядитесь, вы увидите, что она сходит буквально по всем побегам. И по молодым, и по более старым. Вот, посмотрите, какое шелушение идет. Даже никуда-то там вниз заглядывать не надо. Вот видите, что творится? Вот, вот прям вся кора шелушится. И многие люди этого страшно боятся. Вот, друзья, на древовидных гортензиях это вообще не страшно. И даже не стоит обращать на это внимание. Это сходит старая кора, которая, еще раз говорю, зарастет новой, как только придет время. Время придет довольно быстро, вы даже это заметить не успеете, как ваша гортензия вся будет красивая в новой коре, но, правда, вы уже этого и не увидите, поэтому что она будет с маленькими листиками. Вот видите, как кора сходит. Друзья, ничего страшного, это совершенно нормально для древовидной гортензии. Она всегда у нас такая. И, друзья, напоминаю, что древовидную гортензию в климате средней полосы России, даже у нас, да, обрезать уже ни в коем случае нельзя. Будет поздно, она у вас просто оплачется и зальется соком, и могут какие-то ветки погибнуть, побеги отсохнуть там где-то полностью, где-то там до половины, поэтому ни в коем случае нельзя. Если гортензии древовидные вы не обрезали, то сделать это лучше попозже, в тот момент, когда уже появятся маленькие листочки. И, друзья мои, на моем сайте superotpusknadacha.ru помимо сборника по выращиванию лаванды, есть целый сборник, который посвящен только обрезке гортензии. Исключительно обрезке. Не выращиванию, друзья, а обрезке. Так как обрезка гортензии – это очень важное мероприятие, и без обрезки гортензии у вас не будут красивыми. Поэтому, если вы вдруг что-то не знаете в этом вопросе, или вы начинающий садовод, то заходите на мой сайт. Я буду очень рада, если мой опыт вам пригодится. Посмотрите, представлены различные схемы, различные результаты обрезки после, например, различных, да, способов. Низко, высоко, да, по-разному, как правильно резать, над почкой, под почкой. Вот, пожалуйста, как раз на примере этой гортензии целых 3 примера низкой, высокой, средней обрезки. Так что, друзья, есть вся необходимая информация. Вот, посмотрите. Так что разные способы по метельчатым, древовидным и крупнолистным гортензиям. Потому что сейчас и крупнолистную надо обрезать, но она обрезается по-особенному. Там мы ничего у нее не удаляем, не срезаем, только убираем лишние побеги от основания и то, что не перезимовало. Ну и, друзья, метельчатые. Метельчатые обрезать еще можно. У меня еще 3 целых не обрезаны. Вот прямо сейчас пойду и одну обрежу. А потом, мне кажется, у нас уже очень долгое видео, но мы с вами обязательно еще попьем чай. Вообще все метельчатые гортензии дают нам огромное количество вот таких вот тонких побегов. И вот наша задача в обрезке, перво-наперво, друзья, как мы начинаем обрезку? Мы убираем все эти тонкие побеги, убираем, друзья, все тонкие побеги, начинаем с этого. Не надо жалеть вот эти тонкие побеги, никакие, прям перво-наперво режем вот всю эту мелочь. Нам побеги нужны только хорошие. Только толстенькие, только с которых будет толк. Все тонкое удаляем, не глядя. Это вот такие этапы обрезки, друзья, которые у меня все описаны в моей инструкции. Ну, конечно, в большом количестве видео, которые есть у меня на канале. Ссылку на плейлист по обрезке я вам также, друзья, оставлю в первом закрепленном комментарии. Ну и когда мы разобрались с вами с мелочью, мы удаляем дальше, друзья, все те побеги, которые у нас идут внутрь куста и его загущают. Например, вот этот побег, видите, он у нас идет именно внутрь куста. Вот он внутри куста растет. Он нам не нужен, он вырос в прошлом году. На нем даже гортензия красиво цвела. Мы его удаляем. И вот удаляем все побеги внутрь. Вот еще побег внутрь идет. Ну, тут много таких мы сейчас найдем, если полазим. Тут просто внимательно надо смотреть. Вот еще одна. Вот. Тут, знаете, как в сказке. Как, да, одну ягодку
смотрю, другую там замечаю, третью примечаю. Так же и здесь. Вот тоже внутрь идет, тоже не сильно мне нужен. Хотя побег вроде неплохой. Но все, что идет внутрь, загущает куст. Мы тоже удаляем. Так, вот тоже мне он не нужен. Мне он не нужен, потому что я веду гортензию по развилкам. То есть, чтобы ее куст был с каждым разом все выше и выше. Это тоже уберу. Так, ну смотрите, насколько меньше побегов уже стало, да? Уже вот мелочь убрали, и как-то все попонятнее становится, что делать дальше. Друзья, сейчас рассказываю очень быстро, потому что, еще раз говорю, на моем канале много видео, где я рассказывала очень подробно. Пожалуйста, смотрите, если вас интересует этот вопрос обрезки. Либо еще раз, друзья, у меня есть инструкция, можете приобрести ее и все там прочитать. Так, ну, на мой взгляд, вот так. Вот это, вот сразу вижу опять тонкий. Опять удаляю, все тонко. Вот это внутрь идет, можно, в принципе, его убрать. Но пока оставлю, хотя он идет внутрь. Вот этот тоже побег мне не нужен. И вот этот побег я, пожалуй, тоже удалю. Так, вот этот еще один. Смотрите, внутрь какой побег идет. Смотрите, друзья, он внутрь. Вот он идет. Но я его не буду удалять, он мне нравится. Посмотрите, какая красота. Он идет практически от основания. Ровненький, да. Я его оставлю. Он просто шикарный. Он вырос в прошлом году. Это самые сильные побеги. Хотя... Побеги, друзья, у метельчатой гортензии, они долгожители. Они живут 30, 40, 50, 60 лет. Говорят, что в Москве даже есть где-то гортензии, которые лет 80. Вот, поэтому здесь побеги берегите. Делайте костяк и берегите их в дальнейшем. Что-то какие-то... Вот еще, вот он побег. Смотрите, какой крутой вырос. Прям, ну, классный. Ну, от него нельзя избавляться. Вот, а у древовидных гортензий там побеги, ну, 3-4 года, все. Больше они не живут, иначе потом на них плохое цветение. Поэтому там мы периодически обновляем. А здесь только учимся обрезать и формировать костяк. Ну, и дальше я уже смотрю, какие развилочки мне оставить. Вот этот побег я оставлю. Возможно, я чуть-чуть его подрежу. Если я оставлю его низко, друзья, значит, у меня вот от нижних почек вырастут новые побеги. Но мне нравится, я хочу оставить его высоким. Я его совсем чуть-чуть подрежу. Пусть он будет высоким и формирует мне красивый костяк куста. Куст будет высокий. Вот. Вот эти побеги хорошие я прям оставлю высокими, прошлогодние. А вот эти, друзья, вот смотрите, развилочки. Я их оставлю, ну, где-то, ну, хочу по одной высоте. 1, 2, 3, 4 почки. Можно на 2 обрезать, но я люблю повыше оставлять, чтобы у меня куст был выше смотрелся. Поэтому оставляю чуть повыше. Вот и все, друзья, вот и вся обрезка. Дальше проходимся вот так. Оставляем нужную вам высоту. Кто-то мне сейчас скажет из начинающих садоводов, что я читала, что надо обрезать все на 2 почки. Ну, друзья, можно кусты формировать по-разному. Дело в том, что зачем люди обрезают на 2 почки? Почему они к этому стремятся и почему многие блогеры об этом говорят? Потому что чем ниже вы обрежете гортензию, тем у нее будут больше соцветий по размеру. Это действительно так, но... тем и позже они у нас расцветут. Если вы в климате средней полосы России, то в этом случае вы можете просто не дождаться цветения гортензий. Такое бывает не только с древовидными, но и с метельчатыми. Чем ниже режем, тем позже цветет. Такое бывает сплошь и рядом. Поэтому, друзья, я предпочитаю обрезать повыше, но в середине лета я провожу нормировку. То есть я оставлю только те почки, которые у меня простутся вот тут высоко. А все, что будет пониже, я просто уберу. Ну, это мы делаем, как правило, в июне. Кстати, видео у меня об этом тоже есть. О летней нормировке гортензии. Или обрезке гортензии. Называйте, как хотите. Либо в том числе можно регулировать вот эту размер цветочных шапок, в том числе количеством оставленных побегов. Вы можете оставить несколько, там, 3-4 на кусту, и у вас будут... вот такие громадные шапки. То есть здесь как вы хотите. Гортензия очень пластичная культура. Ее надо уметь обрезать. Без обрезки никуда. Так что вот так, друзья. Показала вам обрезку гортензий. Это, пожалуй, уберу. Чуть-чуть еще тут, конечно, можно поработать, что-то убрать. Вот этот побег мне не нужен. Но в целом вот так. В целом вот такой принцип обрезки. Друзья, ну и ответ на последний вопрос, который наверняка вы зададите. А можно ли обрезать метельчатые гортензии тоже, когда уже будут листочки? Можно, но еще раз, не режьте тогда очень низко.
Ну и я, в общем, в целом, друзья, рассказала вам все эти моменты, по которым больше всего вопросов сейчас было в нашем телеграм-канале, в том числе. Если вы не подписаны на него, заходите, подписывайтесь, друзья. У нас там классный комьюнити, классное общество. А если не я отвечаю на вопросы, то отвечает множество подписчиков, очень знающих, с опытом и без опыта разных. У нас там 34 тысячи подписчиков уже. Поэтому заходите, открытый комментарий. Всегда можно поделиться чем-то, прислать видео, фото, чтобы кто-то посмотрел, да, из подписчиков. Все смотрят и дают какие-то советы. Вдруг у вас вопросы. У начинающих садоводов их обычно очень много. Ссылку на телеграм-канал оставляю в первом закрепленном комментарии. И пришло время пить чай. Ну что, у нас сегодня будет чай с конфетами. В нашей беседке, хотел сказать, на нашей террасе. Ну, в принципе, можно и так сказать. Чисто, хорошо, светло, друзья. Мне до сих пор продолжают задавать вопросы про устройство этой беседки. Ну, вот я все обещаю снять подробное видео. Но пока вот здесь стою, друзья, если у кого прямо сейчас вопросы, вот отвечаю. Ее размер, внутри, 3 на 3. Вот 3 метра на 3 метра. Много это или мало? Вы знаете, для каждого, для всех по-разному, как говорится. Но если бы вот чуть-чуть вернуть назад, я бы вот немножко, мы с Пашей обсуждали, не я, а мы бы вместе, мы бы на метр сделали вот побольше ее ширину. Да, например, длины вот 3 метра нам как бы вполне хватает для того, чтобы здесь вот еще и два кресла у нас стоят, и стол, и уголок. Но, знаете, не хватает ширины, потому что в этом месте у нас вот такой кухонный уголок небольшой, здесь установлена раковина, небольшая плиточка, столешница, и вот здесь, знаете, приходится вот так чуть-чуть протискиваться. Но вот как-то не хватает чуть-чуть ширины. Поэтому вот, мне кажется, 3 на 4 было бы в самый раз. Но у нас 3 на 3, уже что есть, то есть. Ну, на самом деле, у нас уже не первое чаепитие в этой беседке за эту весну, да? Мне кажется, мы в марте уже здесь пили чай, заходили. Ну, сейчас еще больше снег растаял и стало совсем по-весеннему. Как, Паш? Вообще прекрасно. А еще, знаешь, солнышко припекает в окошко. Уже открыть надо, да? Да, хочется. Уже хочется открыть. Ну, кстати, можно. Мне кажется, немножко пока в спину будет поддувать, но на самом деле здесь все открывается, у нас со всех четырех сторон, и да, здесь очень приятно находиться. Можно и закрыться от ветра, друзья, можно и все открыть. Ну вот, не знаю, сейчас придется фонари убирать, которые здесь у нас были, украшали, да, на Новый год эту беседку. Так что такой, видите, вариант. И зимой тут интересно было, и летом тем более хорошо. И я не могу нарадоваться, Паша. Как хорошо, что мы ее сделали. Ты как? Конечно. Такое уютное местечко. Гнездышко.